Мужчины полагают, что мы, девочки, прихорашиваемся исключительно ради них. Оставим их в их очаровательном заблуждении и ни за что не расскажем, что мы, девочки, украшаем себя любимых только для самих себя. Это непреложная истина. Чем лучше мы выглядим, тем увереннее мы себя чувствуем, и тем выше наша самооценка. А в таком вызывающе крупном жемчуге мы просто заявляем миру: «Я люблю себя, я самодостаточная, успешная, эффектная, уверенная в себе и с тем же бесконечно женственная и сексуальная». Подарок богини Афродиты – жемчуг – усиливает красоту естественную, первозданную. И это касается не только внешности, но и внутреннего мира, глубокого смысла предназначения женщины – материнства. Наше с вами глубоко обожаемое родированное серебро 925-й пробы. Что такое роди для украшений? Это защита от повреждений и зеркальный блеск на долгую жизнь. Наконец-то украшения из серебра не почернеют благодаря родированию. Серьги, масштаб изделия почти 3,5 сантиметра и сама жемчужина около сантиметра. Два перстня вам на выбор. Не можете выбрать, берите оба. Это кольцо более спокойное. Ну а этот перстень – взрыв эмоций. Ориентировочный масштаб этого кольца – 3,5 сантиметра в диаметре. И жемчужина, крупность ее почти 1,5 сантиметра. А какая божественная подвеска! Какой дизайн! Бесконечное количество фианитов с бриллиантовым блеском, как капли морской воды. Именно здесь ювелир четко подчеркнул, что жемчуг родился из пены морской. Какие волны, потоки энергии, шикарный гарнитур. Он создан для вас. От Кальбах Гольд для вас самая доступная цена.